Я действительно планирую вернуться и принять участие в завершающей части министерского заседания «шестерки». Перспективы у этого раунда переговоров неплохие, я бы даже сказал, хорошие. Шансы велики, они, наверное, не стопроцентные, никогда не бывает стопроцентной уверенности в чем-то. Но эти шансы вполне реализуемы, если никто из участников переговоров не будет завышать ставки в последний момент в надежде, так сказать, на флажке под занавес что-то получить дополнительное вместо стремления сохранить баланс интересов. Считаю, что по достижении договоренности санкции должны быть остановлены, перестать действовать. Там есть разные формы: полностью отменить или сначала приостановить, а потом уже отменить в юридическом смысле. Но смысл заключаться должен на практике в том, что санкции должны перестать действовать и не должны больше мешать развитию законной торгово-экономической деятельности между Ираном и его зарубежными партнерами.